Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас предпоследний полноценный день на Панглау, Бахоле. Согласно прогнозам, в принципе, сегодня пасмурно, и вот дождик сейчас идет небольшой. Конечно, это никого не смущает, особенно нас, потому что тепло, да, солнца нет, вообще шикарная погода. По большому счету, вот Виолетта уже там бежит в сторону бассейна. Вот. Значит, что хотели показать? Собственно, место, где мы живем. Называется Малина Вон Резорт, она недалеко от аэропорта. В принципе, тут слышны, не сказать, что сильно мешают, но тем не менее, слышны самолеты, идущие на посадку в аэропорт Гралан, который тут тоже недалеко находится. Вот, значит, по кругу здесь вот так вот несколько жилых корпусов. Вот это вот наш 17 номер, отдельный вход. Верандочка, там внутри первая комната, телевизор, холодильник. Ну, типа там, ну не то чтобы кухня, но такая там стойка. Диван, чайник, столовые приборы, вторая комнатка, соответственно, дальняя, это спальня, кроватка, вешалка, тумбочки, лампы, и левее, соответственно, там у нас санузел, душ, туалет, все дела. Вот, ну вот там чуть-чуть проглядывается что-то. Есть второй этаж, аналогичный, со входом вот там вот боковой такой лесенки. У нас вход прямо сюда. Здесь вот по таким вот дорожкам можно идти к бассейну, можно идти вот туда, в тот домик. Там ресепшн, там же бар, там же зона завтраков, кухонка небольшая. Вот такой вот небольшой отельчик. Он сейчас не сильно заполнен. Видно, что часть номеров снимают, ну или не снимают, или на постоянке как бы живут там часть персонала. Вот всего тут 48 номеров. В общем, нам нравится в целом, да? Да, тут гуляют котики. Гуляют котики. Собак тут нету, да? Гекконы гуляют вечерами. Тут в той стороне за забором там у них... Ну, это не у них, у кого-то. Да, у кого-то. И там курочки, петушки, все поют. В общем, звуки деревни, да. Только разве что коровы не мычат и лошади не журчат. Вот травку тут стригут каждый день практически. Такой вот газончик, по нему можно пешочком босиком ходить, получается в целом неплохо. Вот, ну и такой бассейн с теплой водой пресной, не сильно хлорированной, мелкий на самом деле, там, ну, везде можно стоять на коленях и там по плечу в воде находиться, да. Вот, лежачки есть, пальмочки есть, душ есть, чтобы после и перед бассейном можно было споласкиваться, ну, либо после моря, там, перед тем, как ты хочешь зайти в номер, сполоснуть себя, исландцы. Вот, бесплатный трансфер до Алона Бич. Что еще? Ну, следует отметить, что вечером здесь очень так романтично, тут подсветка. Загораются вот эти лампочки, там видно на пальмах, гирляндочки висят, видны подсветка вот эти пальмы. Подсветка внутри бассейна, и ты сидишь, смотришь на небо, и вот когда тучек нету, там звезды видны. Да. Можно прям смотреть. Да, мы этим вечером, собственно, и занимаемся. Лежим в бассейне и смотрим на звезды. А еще вчера мы сидели на стульчике и увидели, что там маленькая луна вот так... Она появилась и очень быстро, села за деревья. Так, да. Где-то там в 7 или 8 часов вечера села. Да. Луна тут идет за солнцем с небольшим достаточно отрывом сейчас. Вот, и поэтому ее, ну там, ночью лицезреть особо нельзя. Плюс была совсем такая маленькая, тоненькая, растущая луна. Ну и здесь она как бы не боком расположена, вот такой вот улыбочкой, да? Вот так вот. Снизу практически ровный. Все? Да. Да. Ну, пока все, ладно, мы пошли в бассейн. Вот. Да.